История 3. Карина покупает кошку. Карине скучно на работе и дома. Она делает одно и то же каждый день. Она хочет новое хобби. Вначале она пытается готовить, но ее еда невкусная. Затем она пытается заниматься плаванием, но она боится воды. Карина идет домой и видит магазин домашних животных. В магазине домашних животных она видит кошку. Карина покупает кошку, и теперь она счастлива. Теперь та же история, рассказанная от другого лица. Мне скучно на работе и дома. Я делаю одно и то же каждый день. Я хочу новое хобби. Вначале я пытаюсь готовить, но моя еда невкусная. Затем я пытаюсь заниматься плаванием, но я боюсь воды. Я иду домой и вижу магазин домашних животных. В магазине домашних животных я вижу кошку. Я покупаю кошку, и теперь я счастлива. Вопросы. 1. Карине скучно на работе и дома. Карина счастлива на работе? Нет, Карина на работе несчастна. Она скучает на работе и дома. 2. Карина делает одно и то же каждый день. Карина делает много нового? Нет, Карина делает одно и то же каждый день. 3. Карина хочет новое хобби. Карина хочет новое хобби? Да, Карина хочет новое хобби. 4. Еда у Карины невкусная. Карина хороший повар? Нет, Карина плохой повар. Еда у нее невкусная. 5. Карина боится воды. Карина любит плавать? Нет. Карина не любит плавать. Карина боится воды. 6. Карина видит кошку в магазине домашних животных. Карина видит кошку в магазине? Да, Карина видит кошку в магазине домашних животных. 7. Карина покупает кошку из магазина домашних животных. Карина покупает кошку? Да. Карина покупает кошку из магазина домашних животных. 8. Карина теперь очень счастливая, потому что у нее есть кошка. Карине сейчас скучно? Нет, Карине не скучно. Она теперь очень счастлива, потому что у нее есть кошка.